Ладно, ребята, давайте в последний раз. Меня зовут Питер Паркер. Однажды меня укусил радиоактивный паук, и последние 22 года я был единственным и неповторимым Человеком-пауком. А остальное вы знаете. Итак, я спас город, влюбился, женился, снова спасал город, но немного перестарался. Мой брак трещал по швам, потерял кучу денег, повредил спину, дрон влетел мне в лицо, похоронил тетю, мы с женой разошлись, но я реально держался как скала. Перемотка. Я у себя в квартире. Как вдруг эта странная штука. Со мной и раньше происходило немало странного. Но это было очень странно.